Большая инспекция сегодня и в войсках Центрального военного округа. Глава Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Омск, где посетил 242-й учебный центр ВДВ. Там он почтил память жертв трагедии, произошедшей в июле прошлого года. Тогда обрушилась четырехэтажная казарма. По предварительной версии, причиной могли стать конструктивные нарушения еще при строительстве в 70-х. Под обломками погибли 24 курсанта, многие пострадали. Сейчас в военном городке идет строительство новых казарм. Каждый рассчитан на 128 бойцов. Три здания уже обживают новобранцы. Министр осмотрел жилые комнаты и столовую. Еще один пункт рабочей поездки – омский филиал Академии материально-технического обеспечения. Сергей Шойгу встретился со слушателями и пообщался с преподавателями. Это единственный вуз, где готовят инженеров для армейской автомобильной и бронетанковой техники.